Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Мои спонсоры на Boosty. Есть такой замечательный сайт boosty.to/Судаков. Заходите, подписывайтесь, выбирайте пледж и поддерживайте меня какую-нибудь сумму. И благодаря этому получаете всякие бонусы. Там болтание со мной в чатике, возможность голосовать за реакции, заказы персональные, там ранний доступ и так далее и тому подобное. Ну, соответственно, в данном случае сработала возможность выбора вещей, потому что из многообразия мантовских релизов мои подписчики, мои спонсоры на Boosty выбрали 4 штуки. Одной из них оказалась группа Vicha, песня Only One. Это перформанс-видео, это, так понимаю, просто пока что сингл-альбом. То есть не какой-то просто альбом или хотя бы мини, просто сингл. Напомню, группа была создана по мотивам шоу от Джупа. Это чисто американская группа, но поскольку это Джуп, то я до сих пор реагирую. Девчонки здесь классные обычно. Как обычно, вот. Там, правда, Келли, по-моему, на хиатус ушла, если ничего не путаю. Да-да-да, новость была, елы-палы. Мы даже, по-моему, подкаст забыли обсудить. В общем, короче, Келли на хиатусе. И, конечно, это очень печально, потому что Келли моя любимица в этой группе. Ладно, давайте. 3, 2, 1. Стоп, как спасибо моим спонсорам, тем самым на Boosty. Шура, Антон Балютис, Илья Просин, Горш, Евгений Ерин, Айза и Роман Кру. Все, все готовы. Давайте. Вот теперь поехали. А, тут Келли еще есть, хорошо. Заранее снимали. Вот этот проигрыш такой, слегка под классику сделанный, мне импонирует. Нифига тут камера разошлась. Они наняли наконец-то этих операторов яростных, джуповских. Я только хотел пожаловаться, что камера слишком скачет, но нет, она задерживается нормально. Ну, в целом, кстати, эта песня, по крайней мере, поначалу получше предыдущей. Харягу, конечно, девчонка бы получше, она пока что слишком простая и слишком банальная, я бы сказал. Поизобретательнее что-нибудь бы. Местами забавная, местами не особо. Слушайте, достаточно бодрый припев, приятная мелодия. Веселая, но с легким минором. Господи, Келли была такая кроха, а сейчас она по росту, по-моему, некоторых девчонок догнала. Ну, неудивительно, неудивительно, растет. Слушайте, струнные вообще практически любую песню делают лучше. Если они в кассу, они здесь в кассу. Ух ты. Неожиданно. Окей, дискендл смотрится прекрасно. Я признаю. Вот в этом платье. Мое почтение. Мне приятно вот эти наряды. Не могу сказать, что сильно нравятся. Они окей. У некоторых хорошо, у некоторых не очень. Полиция моды включается. У меня претензии к местным, не знаю, юбкам, чему-то. Хм. Это, на мой взгляд, заметно лучше, чем предыдущие релизы. У них так были нормальные песни, просто это как-то уже гораздо ближе к стилю той песни, которая мне может понравиться. Я вот один раз послушал, я не против послушать второй раз. Хотя, казалось бы, клипа здесь такого нет, здесь только перформанс. О, спасибо большое, как мило с твоей стороны, Алексей. Давайте слушать еще раз. И, в принципе, группа идет в правильном направлении, на мой взгляд. То есть вот это тип мелодии, который... Правильно. Ты написал. Давайте проверю и вернусь. Одну секунду буквально. Что было ожидаемо. Писали ее преимущественно
европейцы или там американцы, а конкретно продюсеры — это космические приматы. Что бы это ни значило. Возможно, эта группа, возможно, такой дуэт, блин. Дуэт. Ладно, давайте просто еще раз слушать. Ничего мне знание того, кто эту песню написал, не дало. Вообще ничего. Здесь и вокал на фоне плохо положен. Синты грамотно используются. Да, вот это одежка. Годно. Ну, кроме, наверное, Келли. Келли можно было бы что-нибудь по более подходящее подобрать. Да, слушайте, приятная вещь. Ну, правда. Не могу сказать, что она мне прям настолько заходит, чтобы я потом переслушивал, но пока это максимально близко к этому во всей дискографии, пусть и небольшой, Вича. Название только до сих пор. Тут песня такая чуть ли не в полутемп уходит. Ну, на самом деле. Она просто к припеву очень сильно разгоняется. Вот здесь уже, при хорусе. И здесь, в принципе, неплохо встроен рэп. А на фоне даже слегонца как будто бы драм-н-бейс играет, понимаете? И он хорошо сюда встроен. Наушники. Хорош. О, Келли такая милашная физиономия была. Смотрите. Вот такая. Милота. Да, вот, слушайте, здесь прям мне нравится. Ну. В принципе, одежда, по-моему, изначала, просто здесь она так круче выглядит. На Кендалл здесь выглядит вообще прекрасно. Вот на Келли, да, на нее надевают иногда какие-то очень странные наряды. Возможно, поскольку она самая маленькая, чтобы даже у самого законченного извращенца никаких мыслей не появлялось. Возможно, в этом идея. Но Кендалл такой стиль очень идет. Так еле идет. У нее прям самая длинная юбка. В принципе, правильно. Милахи Крау. В общем, это приятная очень песня, на удивление. Я приятно удивлен в данном случае. Прям приятно. Давай, Джуб, производи побольше такого рода песен, которые, с одной стороны, милашные, с другой стороны, не сахарно-тупенько милашные, а вот такого рода. Тогда я буду доволен этой группой. Ведь все сделано для того, чтобы я был доволен. Напишите, что вы думаете. Как вам эта песня по сравнению со всеми остальными? В принципе, не так много вещей у Вичи. Ну, по большому счету, да? Что у них пока вышло? IYU Universe, короче. Ready for the World, Girls of the Year и вот Only One. Only One пока что, мне кажется, сейчас лучше всего. Благодарю еще раз своих спонсоров на Boosty, которые мне эту вещь заказали. Ну и не забывайте, что там можно подписаться, поддержать меня, чтобы либо голосовать, либо лично заказывать мне какие-то вещи, и участвовать в чатике с нами болтать, там уже обсуждение на 50 комментариев, как только я проснулся, там уже успели все обсудить. И Ви, и Вичу. Сегодня такой день релизов людей или групп на Ви.
и вот всякие раны, доступы и так далее. Всем спасибо, всем пока.